Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Купринов Плей. Мы сегодня с вами поиграем в игрушечку под названием Mushroom 11, или что означает Гриб 11. Это игра про какой-то постапокалипсис и прочую херобору. Мы здесь будем играть за гриб, и наша главная, короче, цель — это уничтожить человечество, или наоборот, что-то с ним сделать. Короче говоря, вот это мы, судя по... Судя по тому картинкам в стиме, которые были, мы это вот это вот, что вот это есть. И вот эту вот херню нам надо куда-то затащить, и что-то типа того, как-то ее не растерять по дороге, она должна ехать вперед, пожирать. Use eraser to move. Нет, только это я понял, что я use eraser to move. Это вот, пожалуйста. Только этот eraser, нихера себе, он меня стирает вообще-то, как я буду его тумувить? А, нет, грипп у меня быстренько разрастается. Ну хорошо, давай сожрем вон муху. Жри муху, говорю. О, хорош. Нет, ты куда? У меня грипп распался, подожди-ка. Странная игра, зала. А, подожди, лезь туда. Расти, грипп. А-а-а. То есть, короче, он один форму сохраняет. Главное, куда-то его затащить, и чтобы он шел вперед. Похеру, что мы стираем, он растет. Он идет вперед, он молодец, он грипп большой. Да ядрить твою мать, ты езжай вперед. Во. И по ходу дела, чем больше он жрет мух, тем больше, короче, он разрастается, и тем больше он становится сильнее. Он пожирает просто абсолютно все. Катись давай. Давай. Вали отсюда. Во. Сука. И грибы же, это же плесень. Мы играем за постапокалиптическую плесень, которая хочет захватить мир. Сейчас все хотят захватить мир, в том числе и плесень. Почему нет? Привет. На меня смотрит какое-то лицо. Поехали. Давай, гриб, тащи вперед. Хватит халявить, хватит пользоваться эскалатором, а то совсем запустишься, а потом ходить разучишься. Давай, ты сам. Во, что это такое? Походу дела, это точка сохранения, да? Залазь. Вот. Гриб настолько стал толст, что он просто, короче, ломает металлические конструкции. Красава, гриб, ползи вперед. Тихо. Не-не-не. В лау не надо лезть. Езжай туда. О, малек. Вот, вот эта часть гриба сейчас вырастет, молодец. Это, короче, игрушка-то еще и на логику чутка. Нам надо протащить гриб реально, только я пока не понимаю, да куда ты, вот этот гриб, ползи. Опа, что-то сожрал. Короче, у меня 10 ДНК, я уже сожрал 10 разных ДНК. По ходу дела, гриб хочет заполучить тебе в распоряжение абсолютно все ДНК, которые... Иди, твою мать, которые остались на планете... Чтобы быть просто всем. Он хочет быть быстрым, как там гепард, глазастым, как орел. Куда ты расползаешься-то? Хитрым, как лиса. Слепым, как крот. И очень, короче, сильно слуховым аппаратом он хочет своим владеть. Наверное, как кто-нибудь. Я не знаю, кто там сильно хорошо слышит. Сильно хорошо слышит тот, кто слепой. Например, тот же крот. Он хочет от крота получить и слепоту, короче. Опа, 13 ДНК. Захвати вот эту херню-то. Опа, 14 ДНК. Я думал, просто надо разные собирать. И они, короче, собираются одни и те же. Нам, походу, дело сюда. Давай, ползи. Я еще боялся, что гриб, короче, у меня сотрется. Но гриб не стирается. Маленькая спора от гриба все равно остается. Это хорошо. Тихо, где гриб-то? Спокойно, вырастай. Давай. Туда. Нет, не в лаву, гриб, не надо. Да, бляха, не такая уж и сложная игра. Надо просто ползти. Да что ты тут остался-то? Во, нахер тебя. Тихо, муху сожри. Еще одно ДНК. ДНК мухи, отлично. Ой-ой-ой, ты куда? Бляха, муха, смотри, гриб просрал. Даже плесень после апокалипсиса может просраться. Так, спокойно, заходи вот сюда. Не-не-не, вот в эту маленькую дырочку заходи. Давай. Подожди, стой. Вот, нормально. Сделали мост. Ползи. Гриб решает какие-то логические загадки. Подожди, а тогда надо его загнать вот сюда, вот, по ходу дела. Вот. Не-не-не-не-не, вернись. Вот, нормально. Главное оставить вот эту херню внутри. Во! Гриб какой хитрожопый пес. Красава, молодчик. Это реально, смотри, это какой-то, я бы даже сказал, аркада какая-то, но очень сильно сложная. Ползи вон туда! Иди, твою мать, ну заползи его в дырку-то, гриб! Так, подожди-ка, это что-то сложноватенькое. Вот туда. Еще туда. Молодец.
Так, он вырос. Еще побольше его маленько сотрем вот тут вот. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вот, а теперь вперед. Ну еще чуть-чуть. Давай. Мальца еще. Вон уже пипирочка вылезла. Ну давай, залази. Засунь в дырку себя, гриб. Красава, гриб. Ха-ха, тихо. Полезли. О, хорош. У-у-у, гриб превратился в червяка. Все. Вот не зря он ДНК собирает. Он стал червем. Он стал четким, короче, червем, который может сожрать абсолютно все, куда ты полез. Нам надо вверх. Так, подожди, ты тут вообще не к месту. Ползи вверх. Вот-вот-вот. Да не ту... Куда? Вот-вот-вот-вот-вот. Тихо. Ать. Надо успевать, короче, там стирать, тут затирать. Куда нам? Нам наверх. Окей, нахер. Красава. А тут он умрет. Если его зацепит лава, он, короче, помрет, по ходу дела, да? Стоять. Эй, давай. Красавчик мой. Какой сообразительный гриб. Ты посмотри, что он делает, а? Так, тебя, значит, как-то надо подтереть, чтобы ты до туда дошел. Давай. Ну, заползай, хорош. Нажимай. Так, ты-ка давай выползи отсюда. Допустим. Здесь надо подтереть, чтобы здесь гриб остался. Потом. Тебя, значит, надо запустить сюда. Тебя опять стереть. Тебя опять запустить. Тебя опять стереть. Тебя опять запустить. Тебя стереть. Тебя запустить. Тебя стереть. Тебя залезет. Ха-ха, красавчик, поехали. И гриб научился пользоваться лифтами. Ты представляешь? Гриб вообще сообразительный. Я не знал, что у грибов столько мозгов. Он реально, он взял и понял, как работает лифт. Он взял, нашел кнопку лифта, которая находится какого-то хера вообще совершенно в другом месте. Очень неудобная кнопка. Что такое? Катись. Давай. Гриб умер. Ну, конечно, гриб умер. Гриб сгорел в адской пучине какой-то. Так, тебе надо как-то приземлить к земле. Давай. Да я использую растер тумов. Ну что, я дурак, что ли? Нет, сука. Быстрее надо иразить, представляешь? Быстрее, давай. Жми. Гриб, давай. Красава. Ух, нет, бляха, ты как, нихера себе. Вот те раз. Давай. Ползи. Вот опять не получилось. Вот опять нихера не получилось. Нет, получилось нормально. Давай. Ну тут уже все, тут мы не проиграем. Вперед, вон туда, гриб. Давай. Красавчик мой. Малочек. Нихера себе, как подставляют эти дома. Вы что делаете-то? Это, возможно, единственная оставшаяся разумная форма жизни на планете, а ее хотят убить какой-то лавой. Что это за дела вообще? Нечестно, надо жизнь сохранять. Природа заточена под то, чтобы сохранять жизнь на планете. Ты что меня убиваешь, что ли? Да хорош уже. Так, подожди-ка. Давайте подумаем. Это меня убивает. Да, но гриб-то растет. Опа. Сделаем из него один большой. Допустим, поехали. Давай. Вот туда. Да повыше же, ну разрастайся, гриб. Выше. Вот, красавец. Отлично. Нихера себе, какие сложные испытания преодолевать. Тут, кстати, охерительный постапокалиптические пейзажи. Вот. А нас... Нихера, эта херня тоже разумная. Ты смотри, она стреляет прям точно туда, где находится гриб. Она, сука, поумнее гриба будет. Ну куда? Разрастайся туда. Вот, молодец. Не, гриба так просто не возьмешь. Не возьмешь гриба. Immortal love. Какая-то там любовь бессмертная, походу. О, нет, любовь не бессмертная. Бессмертен гриб. Это самое главное. Эх, нихера себе, это что, босс? Да ну на. Ну-ка, сдохни, босс, давай. Так, а он же меня убить, походу, может, да? И как с ним бороться? А, я понял. Надо ему все, короче, яйки вот эти розовые поубивать. Закатываем сюда и убиваем яйки. Ага. На-ка, сука. Больно тебе, падла? Будешь знать, как на плесень нападать. Заползай! Давай, гриб, туда наверх. Вот, давай. Вот, красава, ползи. Нет. Ну куда ты падаешь, что он грибной?
Давай, давай, залази. Ух ты ж, падла, как... Охереть, он меня прям разрубает пополам своими пирдочками. Ползи, 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 ползи. Давай, давай, давай. Все, хорошо. Залазь, 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 залазь. Давай, давай. Опа, 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 опа. Сученька. Нет, нет, нет. Это бесполезно. Гриб, он эволюционирует. Он молодец. Так, последнюю луковицу. На-ка. А, это предпоследняя была. Ну, опускай давай свои копыта-то. Ну, я все равно тебя сейчас расплесневаю всего. Так, ну хорошо, он меня уничтожить хоть не может. Как быстро разрастается. Как, сука, тараканы. Прям разрастаются и все. И не умирает ни хера. Да куда ж ты, ну тебе надо набрать скорость вперед, грибной, давай, давай. Да куда ты, ну дурень-то какой. Давайте его закинем назад, теперь туда, пусть разорвет. Да куда ты, сраная лапа, она меня подставляет. Так, ладно. Давайте начнем с этой стороны. Стоять, а покатились, давай, 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 давай. Да куда, разгонись ты, ну. Ядрик твою мать, да сраное грибло, давай заползай. Серьезно? Эта херня, короче, попала в тырдочку от гриба и убила его, представляешь? У гриба, короче, есть см... А, нет. Я думал, все по-заново. Я, по ходу дела, исчерпал лимит, короче, прикосновения к грибу этой херни. Давай, гриб. О, нормально, опа. Надо рукой-то активнее работать. Надо дрючить прям мышку только так. Так, вот, все, сползай сюда. Не-не-не-не. Во, нормалек, ползи. Так, а теперь главное не упасть. Давай, давай, вперед туда. Давай, давай, давай. А, есть, смотри, босс один побежден. Это реально был босс. Охереть, в игре, в которой надо грибом себе разум забирать, есть еще и боссы в виде каких-то гребаных отростков из лавы. Да бесполезно, ну, что ты. Ты меня не убьешь уже, ты умираешь. А. Охереть. Вниз надо ползти. Как я... Он вообще-то не цепляется, как я его вниз перетащу. Так, ладно, так не пойдет. Вот надо как-то туда эту херню загнать. Вот, ползи. Красавец. Все, ползи, 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 ползи. Ты че? Вот, молодчик. Разросся прям. А, первая часть завершена. Смотри-ка, я собрал 42 из 50 ДНК. Время 12.00. Хорош. Давай посмотрим дальше. Toera cells for a fine eraser. Я понял. Я правой кнопкой, кстати, еще не пользуюсь. Давайте попробуем, что за правую кнопку нам стирает. Расти! А, это маленькая такая, понял. Так, тут все будет очень сложно. Здесь специально дали нам маленькую, чтобы она... Получше немного стирала, поточнее делала границы гриба, чтобы он нормально полз вверх. Тихо. Ну вперед, расти вперед, гриб, ты чё? Вверх, вверх, вверх расти. Вот, уже почти. Хорош. Сука, по клеточкам. Смотри, специально сделан по клеточкам, чтобы расти. Чтобы было четко, короче, как в фотошопе. Он стираешь что-нибудь, здесь то же самое происходит. Какая музыка хорошая. Ну давай, мы уже наверху, давай, мы уже почти победили. Какой сложный какой мост. Нет, 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 ты подожди. Ты чё падаешь-то, дурень? Вот. А, насрать вообще. Давно надо было так сделать. Какой сложный переход. О, еще одно ДНК. Забирай все, красавчик. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нормально. Хорош. Опа, вот это плохо. А что теперь-то? Я до тут не дотянусь вообще-то нихера. Так, ладно, стоять. Надо подтирать гриб еще выше. Отлично. Ты давай подлиннее делать. Не надо делать широким гриб, делайте подлиннее. Качалочка, смотри, отлично. Прям штанга получилась. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп, оп-оп-оп-оп-оп-оп. Да сейчас все будет, что ты гриб паникуешь. Нет, 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 подожди, подожди, подожди. Нет, не перевешивай, не надо. Вот кабан отрастил жопу, она его перевешивает. Так, я сейчас проиграю, короче говоря. Ну, естественно, а чего бы нет-то. Ядрить твою мать, это конец. Это все, это тупик. Так, ладно, муху мы сжираем.
Ага, вот так нормально. Вот так сейчас нормально проскочил. Почему он там так не может проскочить? Да иди, твою мать, ты какая сложное задание. Первый уровень был гораздо легче, чем этот вообще какой-то непреодолимый. Давай, падай туда, хорошо. О, нормалек. Вот почему здесь он цепляется, а там он не может зацепиться. Давай мелким. Окей, давай, давай, давай. Ну вот опять сейчас все прострем. Гриб, ползи вперед, я тебе реально говорю. Тебе надо ползти вперед, тебе надо разрастаться вдаль. Ты должен сделать мост. Тебе нужен грибной мозг. Гриб. О, нихера, он из микросхем состоит. Это не такой простой гриб, как всем казалось. Вытаскивай себе, вытаскивай. Вот, вперед, давай. Давай, давай. Нет, 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 не падай. Сука. Расти вперед. Сейчас все сделаем. Сейчас все будет козырно, смотри. Опа. Сейчас вверх он прорастет у нас. Давай, 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 давай. Опять продло перевешивает. Во, нормально. Еще чуть-чуть. Давай, все должно быть очень аккуратненько. Тут без аккуратности вообще никуда. Ага. 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 Уже почти там. Опачки. Давай, 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 давай. Вперед еще маленечко. Вот, вырастай, вырастай, жопу тебе маленько подрежем. Давай, давай, давай. Так, главное не падать. Все, все, еще маленько, давай, грибок. Все будет хорошо. Ты уже почти там, я верю в тебя. Тихо, тихо, нет, это нельзя. А хотя, что нельзя-то, можно. Он все равно не упадет, он же здесь держится. Хорош. Бляха, какие сложные испытания здесь. Вон еще же я делал ДНК. Вон мигает. Во, во, нормально. Проползай вниз. Ить. Нихера. Так, что-то я неправильно сделал, да? А, не, все нормально, все нормально. Давай, давай. Его надо подбрасывать. Опа. 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 Ты должен быть жирным, гриб. Ты должен сожрать был все, чтобы нормально спустить эту сраную ржавую металлическую балку. Красавчик. Заползай. О. Нереально интересная игрушка. Просто прям тупо, я не знаю, на работе, в школе, в институте, где угодно. В нее просто можно залипать. Она, скорее всего, должна быть на телефонах, мне кажется. Потому что, ну, игра чисто сделана под палец. И, по ходу дела, можно все это делать подручными приспособлениями. Спокойно. Так, а здесь надо как-то гриб разделить на два, получается. Да, смотри-ка. Так, ползи давай. Надо маленькую частичку туда перетащить, а большую частичку оставить. Так, вырастай давай длинным опять. Мы делаем сами себе мост. Опять делаем мост. Нормально, все, поехали. Эх, а так не получится ни хера. Сейчас опять меня проиграет. Нет, не падай! Твою ж мать! Во-во-во, нормально, нормально, нормально. Ползи, 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 ползи. А-ха-ха-ха! Сгинул. Сгинул в этой пучине. Давай, давай, давай. Что-то как-то плохо ползет. Давай с разгону. Вот так вот. Эй, ну ты что? Ты же должен был сделать кувырок. Сальтушечку. Ну, когда уже гриб научится делать сальтушки? Если гриб научится делать сальтушки, он потом станет футболистом, он не сможет делать нормальные эти, праздничные прыжки. Сука, это мост. Я думал, опять тупик. О, хорош. 10 ДНК собрали, молодчик. Так, блях, вот это сложно. Разрастайся. Ага. Не, нормально, нормально, нормально все. Так, спокойненько. Тихо. Это тебя нахер. Это тоже. Это пока тоже. Там он держится. Эти пропали, хорош. Ух ты, ух ты, ух ты. Его надо как-то ровненько туда, туда, туда. Прям спокойненько. Ровненько и спокойненько. Вот. Хорош, молодчик. Заползай, заползай, заползай. Я бы, конечно, мог сейчас пользоваться большой стиркой, но что-то пока опасно. Хотя уже можно. Уже можно. О-о-о-о! Друган, извиняйте, сегодня придется умереть. Иди сюда. Жри его. Оу! Он меня жрет. Ты че, паук? Паук эволюционировал хрящи гриба. Нихера себе. Я столько уже народу сожрал, целого босса победил. А меня какой-то гребаный паук убивает. Че это? Это не прикольно. Заползай. Во. Для чего тут этот камень? Надо как-то подвинуть. Гриб, заползай под камень.
Ну туда ты не сможешь залезть, да? Там слишком высоко. Хотя нет, сможет. А, это мы сейчас, короче, кинем камень. Он сейчас гриб упадет у меня, и камень прям куда-нибудь полетит. Спокойно. Давай всей толпой. Во. Опа. А-ха-ха, сука, надо было за него заползти. Заползти под него, и все, гриб бы уже был на вершине мира. Залазь, залазь, туда, 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 наверх. Давай, 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 ползи, ползи, да, наверх, говорю. Вот. Ха. Так, а теперь надо что-то как-то подальше его закинуть. Давай с разгончику. И... вот здесь вот. Да ядрить твою мать, ты что, какой тяжелый-то камень. Бесполезная субстанция не дает грибу нормально закончить свое существование и добраться до второго босса. Ну стирайся давай, вот. Надо реально, надо всей кучей падать. Гриб там слишком маленький был, ползи. Во, давай. И сразу, короче, заползаем под эту херню. Толстожопый круглый пес проиграл грибу. Ну правильно, гриб, ты хитрый. Это что за портал у нас еще тут? Поехали. Ой-ой-ой. Портал меня сжигают. Тупо тухни. Ясненько. Ясненько, прекрасненько. Там, кстати, череп чей-то висит. Он поджигает гриба, и гриб горит, пока я не сотру то, что горело. Ладно, будем иметь в виду. Здесь над грибом полным залезть прям. Да ты ядрить, ты же, ты, слышь ты, давай нормально ползи. Тут и одна молекула осталась. А он сожгет меня, нет? Не, ну вроде как разрастается, но что-то скорость сжигания, по-моему, немного побыстрее, чем становление гриба. Так, а вот здесь что-то надо сделать серьезное. Это какое-то очень сложное задание. Во, нормалек. Хорош. То же самое. То же самое, но сложно. Да нет! Его можно вот так вот теребить, и он, короче, вперед летит. Давай, 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 давай. Молодца. Весь гриб стирать нельзя. Нельзя весь гриб стирать, иначе будет беда. Тихо, 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 не убивай. Сука. В натуре убил, смотри, что делается. Во, нормально. Давай вперед. Реально такие сложные испытания, обосраться прям. Да ты чё, это как надо одновременно все сделать, что ли? Так, ну ладно. Давай сделаем с гриба длинный столб. Такое же должно прокатить. Сейчас будем его выравнивать по краям, и все. У гриба вон глаза выросли. Глаза и улыбка. Куда ты поехал-то, ну? Тебе надо вверх разрастись, давай. Еще, еще чуть. Куда? Да куда ты? Ва! Дебила кусок. Лезь вверх. Ну почти. Так, а подожди, тут еще как-то надо остаться. А, не, все нормально. Я думал, надо оставить, короче, маленький грибок. Потом, короче, здоровым это открыть, а потом маленьким ползти дальше. Это было бы совсем сложно и невыполнимо просто, реально. Так, ну-ка уйди, паук. Паскуда. Будешь знать, падла, как охотиться на грибы. Вот реально, гриб, короче, он вырос. Он теперь может убивать пауков. Раньше он этого не мог, а теперь может. Так, опасность какие-то, эти вот, гуманоиды разыскиваются. Они, походу, дела реально опасные. Залазь на коня. Покатайся, гриб, маленько, на конешке, это полезно. Давай наверх. Не захотел. Пиш, мать твою. Там реально надо было наверх. Я думал, наверху какой-нибудь бонус. Убей его. Сука, не убивается паук опять. А почему в прошлый раз он убился? Что-то непонятное. Так, ладно. Давай на коня. Посмотрите на свой гриб, посмотрите на мой. Мой гриб на коне. Вперед, 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 вперед. Нет, 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 нет. Давай, давай. Вот, 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 вот. Произрастай, произрастай вверх. Нет, не падай. Вверх, вниз, вверх, вниз, куда-нибудь. Давай. Та-та-та-та, нет. Нет, грибок, ты туда не поедешь. Там опасно. Да иди, твою мать, какой сложный-то. Ну, давай, давай. Вот, 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 почти получилось. Давай, 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 давай. Так, ладно. Надо правой кнопкой подтирать. Правой кнопкой подтирать. У гриба, смотри, какое злое лицо. Тихо, не падаем. Да иди, твою мать, как тебя подбросить-то?
Тебя же можно как-то подбросить, нет? Нельзя нихера его подбросить. Ты же раньше бросался, ты же вверх прыгал, гриб, давай. Ты гребаная коняшка. Пусти моего гриба наверх, он хочет к солнцу. Он хочет расти. Он хочет быть еще больше. Давай, гриб, да кар... давай. Сука, сгорел. Я так понимаю, мы эту коняшку сегодня вообще никак не преодолеем. Спокойно. Вон, нормалек. Тихо. Нельзя. Одна тырточка от гриба по-любому должна оставаться. Иначе это ничего с нами, нам не светит, короче, без нее. Он может спокойно проиграть. Так, ладно. Да нет. Ну, ларсти наверх, ну, в конце от концов. Еди, твою мать, как это построить пирамиду сраную? Тихо. Так, все, нормально. Стоять, стоять на месте, конь! Кусок умер, ладно. Это не страшно. Главное сохранять коня, короче, в равновесии. И тогда мы сможем залезть наверх. Значит, по обеим сторонам мы полигончику проводим. Гриб растет вверх, конь остается на месте. И мы, собственно, наверху. Да, гриб вообще красава. Опа. Давай, еще маленечко. Произрастай! Нет, подожди. Резко, короче. Вот так. Сука, молодчик. Реально сложные эти кони. А это что? Тут еще сложнее. Стоять на месте, куда постоять, говорю. Так, ладно, как-то тебе надо это. Тут пока непонятно как, правда. Ладно, вроде как стало понятно уже. Так, ты сотрись. Иди, твою мать, какие сложные задания стали. Я знаю, что он тот кусок, короче, тупо лежит, но мне кажется, он приклеивает немного мой гриб туда. Есть! Какая сложная игра, да реально сложная. Это что за лабиринт еще? А, это в натуре лабиринт. Это надо, короче, гриб как можно выше держать. Тогда он, в принципе, не умрет. А так, он только так умирает по этой синей жиже-то. Так, муха, извини, но тебе сегодня не удалось выжить. Твоя жизнь закончилась сегодня. А мы, гриб, мы продолжаем. Так, спокойно. Наверх, все правильно. Чем выше, тем дальше от этой синей жижи, тем гриб живее. Сука. Ну-ка, давай, грибок, я знаю, ты сможешь преодолеть эту хер... Не сможет. Ладно, давайте на этом закончим. Такая вот непонятная, неоднозначная, но в то же время довольно прикольная игра под названием Гриб 11. Не знаю, почему именно такое название, почему именно 11, но то, что гриб и вот его недовольное лицо здесь точно есть, поэтому... Ссылка на плейлист остальные «Давай глянем» в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. И всем до встречи в следующих играх, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.